не суди другого строго, не обвиняй, не зная тех, кто, может, сам страдает много, душой мучаясь за грех. Оставь свой гнев, забудь о мщении и камень в брата не кидай, ведь только Бог дает прощение и открывает людям рай. Не подвергай его злословию, Бог знает каждого из нас. Сегодня ты горел любовью, а завтра пламень твой угас. Даем мы часто людям цену, кто первым в царствие войдет. Вот этот рай, того в гиену, но Бог все знает наперед. Кто ты, что судишь брата строго? Пусть он упал, не осуждай, а лучше будь ему подмогой и руку помощи подай. Аминь.